Всем привет, друзья! С вами как всегда Робзи, и сегодня мы будем играть в новый режим под названием Pet Mining Simulator. Это такой себе новый симулятор питомцев, в котором мы будем добывать не монеты, а ресурсы. У нас есть кирка и начальная собачка. Так, собака начала добывать нам уголь, а мы с вами посмотрим, какие же геймпасы у нас есть в игре. Потому что я в таких режимах обожаю донатить, и режим от этого разработчика мы уже с вами раньше играли. Итак, двойные коины есть, двойной опыт, двойная сила, скилловые питомцы, удача, випочка, автосбор, плюс один питомец, 10 вместимости. Неплохо, ребята, есть телепортик. Быстрые питомцы и пошло по кругу. Друзья, если вы хотите, чтобы я прямо сейчас хорошенько задонатил и купил кучу геймпасов, вам нужно пройти самый сложный челлендж, который не пройдет 99% из вас. Нужно за 5 секунд поставить свой лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Успел? Лайк поставил, подписался, колокольчик не забыл. Вот теперь красавчик, а с меня, ребята, донатики. Итак, я сразу иду покупаю сначала обычные геймпасы. Удача мне не нужна, випочка. Випочку я должен купить, так, автосбор. Автосбор — это очень крутая штука в таких режимах. Так, я его купил, готово. Следующий геймпас. Плюс один питомец, ну, пока что не нужно, потому что я не дошел до этого уровня. Телепорт, я думаю, возьмем. За 38 робоска. Почему дать быстрые питомцы? В принципе, это нам не нужно, бесполезно. Двойные коины. 400 робоксов, друзья. Лайки все поставили? Покупаем. Нам нужно быстро развиваться. Двойные коины куплены. Поехали дальше. Двойной опыт не нужно. Двойная сила пока что не нужна. Скилловые питомцы не нужны. Удача нет. А вот випочку, ребята, я возьму. Готово. Итак, мы потратили довольно хорошее количество робоксов. Я начал быстро бегать. Так, питомцы. А где мой питомец? А, он теперь сам же... Он просто бегает, сам собирает. А я могу копать? А я могу копать? Подожди. А я могу еще копать своей киркой. Неплохо. Так, 51, 48. Ну, я буду, наверное, долго это делать. Смотрите, 860. Сколько там питомец выкопал? А, он большой кусок угля начал копать. Ладно. У нас там есть 860 монет. Питомца можно одевать пока что 3. Сколько у нас первый питомец? 515. А вот мы с вами как раз таки с вами и купим. Ready. Сейчас, друзья, сразу вспоминайте, здесь есть питомец под названием попугей. Попугей, или как там было написано, попугей, я не знаю, почему такое название, очень странное. Но, в общем, друзья, именно у этого разработчика такая вот тема. И питомец находится где-то вот здесь, если не ошибаюсь, попытаемся сегодня поймать. Итак, у нас уже есть два питомца, это собака, вот так вот, кот, погнали. У меня снова есть 705 монет, снова покупаем себе еще одно питомца, это третий. Уже зарабатываем намного больше, поехали. Так, по плюс 120 коинов. И что нам сейчас выпадет? Давай, хороший, синий, фиолетовый и... Нет, четвертого уровня кот. Ладно, четвертого тоже неплохо. Спасибо большое. Так, you finished... Ты закончил обучение, мне говорят. Да, без проблем, я его не начинал. Одеваем, смотри, четвертого уровня. Эти у нас, видите, поскольку X1, 6 сила, а здесь уже нормально. Итак, фарм пошел. 500 коинов. Я пока что, конечно, фармлю просто как какой-то нубасик. Мои питомцы фармят намного быстрее, но я тоже им помогу. Погнали, набиваем. Набиваем потихоньку, потому что нужно покупать много петов. Нужно покупать много... А сколько здесь деньги стоит? Погодите-ка. Подождите-ка. 15 тысяч коинов, ребята. 145 робоксов. Покупаю. Обещал донатить, ребята. Это называется... Как это называется? Правильно, все поняли. Читы за донат. Итак, яйцо за 1400, 4200. Я думаю, что нужно купить себе 3 питомца за 4200. Будет неплохо, да? Давайте, или сколько? По 360, или одного за 12 тысяч. Или вот такого, или одного. Давайте по 4200 покупаем себе одного. Троих. Троих сразу купим. Так, главное, чтобы филет выпал, было круто. Скип, мы получаем 11 уровень. Так, хорошо, что здесь скип еще без доната. Снова 11 уровень. Мышка попалась у нас. Так, еще один. И у нас попадается снова 11 левел. Ладненько, ладненько. Что мы делаем с вами? Мы с вами, наверное, вот этих вот первого уровня моих ребят... Просто релиз делаем, конечно. Просто выпускаем на волю. Даже не будем их просто снимать. Одеваем с вами вот такого питомца. Одеваем такого питомца. И донатим себе плюс одно местечко для питомца. Ух, я надонатил сегодня. Поехали. 4 питомца бегают, собирают мне деньги. Я думаю, что нужно заменить еще одного питомца. Купить себе за 4200 еще одного зверя. Скип. И у меня снова белый питомец. Да что ж ты будешь делать? А вот этого 4 уровня мы с вами сделаем релиз. До свидания, дружище. Оденем с вами вот этого. Все, ребята, фармят. Ребята уже начал бегать, фармят, видите, они, получается, пом-пом перемещаются туда-сюда. От монетки к монетке это очень удобно. Конечно, можно купить fast pets, и они будут телепортироваться, это будут такие читы. И то мы с вами, смотрите, спокойненько стоим, я думаю, что мне копать здесь не... А кстати,
А могу ли я себе купить какую-то кирку? Или подожди, чем лучше питомцы, тем лучше я копаю. Ну-ка. Да, точно, ребята. То есть ваша кирка зависит от силы ваших питомцев. То есть если у вас есть свободное время, и вы не хотите афкашить. У меня, конечно, геймпас куплен для 98 робоксов, и я могу просто стоять афкашить. Питомцы сами фармятся. Так, давайте, как нужно... А как нужно фармить? Нужно подходить к этому... почему не фармим? Почему не фармим? То есть у меня закончился фарм? Ладно. Ладно, 6000 коинов у нас уже есть. А это означает, что мы идем открывать с вами вторую локацию, которую мы уже вот так вот, оп, бум, и поехали собирать здесь. Питомцы все сюда, все на новые камни. Сколько здесь хпшечек у камней? Так, один питомец уже бежит. Второй, видите, они там дофармили, потихонечку сюда перемещаются. Здравствуйте, мышка, здравствуйте, мышка, здравствуйте. Сколько вы мне дадите денег здесь? Маленький булыжник дает нам сколько? И это у нас фарм уже, это железо. Иронора, это железо. Следующая локация стоит 50 тысяч. И, я так понимаю, мы уже сможем добывать с вами золото. Неплохо. Совсем неплохо. Мне нравится. Мне режим уже нравится. То есть режим простой. Он похож на другие режимы от этого разработчика. Но здесь именно, знаете, майнинг питомцами. Такое мне нравится. У этого разработчика мне нравится тем, что у него, в принципе, режимы однотипные. Но они рабочие. Здесь я не встречал багов и было все хорошо. Возможно, сейчас баги появились. Сейчас проверим, выключена ли у него такая тема. Так, может быть, как-то можно пройти вот здесь аккуратненько, протиснуться. Ну-ка, ну-ка, может, ну, как-то можно пройти в новую локацию. Я пока там питомцы фармят, а я буду пытаться использовать баги какие-то. Так, бачком не получилось. Так, 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 слишком толстая эта штучка. Не получается, ребят, не получается протиснуться. Ну и ладно, может быть, с другой стороны получится. Нет, здесь тоже не получается. Ну и ладно, все, фармимся. У меня есть уже почти 10 тысяч коинов. И я думаю, что пока мои петы фармят, они фармят сами, это очень удобно. Я пойду в первую локацию начально и прикуплю себе нового питомчика за 12 тысяч. Посмотрим, будет ли он лучше, чем те, что у меня. Они, видите, не возвращаются за мной, они будут там себе. Они там себе фармят, они занимаются своими делами. То есть им не важно, чем я занимаюсь. Главное, что они там фармят. Так, за 12 тысяч покупаем себе яйцо. А следующее у нас сколько стоит? Так, давайте я скип не буду нажимать. Может быть, из-за скипа я себе и набил фигни. Итак, и пожалуйста, ну почему не синий? Почему у меня постоянно белый? Самый обычный пингвинчик выпал. Ладненько, ладненько. Пока что докупать не буду. Я сниму, наверное, вот этого релиз сделаю. Я просто их не буду копить. А вызовем с вами пингвина. Во, 160 мощности. Следующее яйцо стоит 35 тысяч. Buy Lucky Game Pass. Подожди. А если я куплю Lucky Game Pass? Ребят, хотите, чтобы купил? А ну пишите, купить? Я думаю, что нужно покупать. Lucky Game Pass. Lucky Game Pass куплен. А вот теперь с Lucky Game Pass мы проверим нашу удачу. Что там делают мои питомцы? Они там фармят или нет? Почему они... А, они здесь не дофармили, они бросили здесь уголь. Давайте я дофармлю. У меня фарм сломался, прикиньте. То есть я... А зачем я сюда их направил? Зачем я их сюда направил? Не-не-не, ребят, вот там фармите, забейте, здесь не нужно. То есть я не могу здесь фармить, у меня сломалась кирка. Но, возможно, какой-то лаг. Говорил, только сказал, что лагов нет, появились лаги. Божечки ты мой. Так, мышки фармят, эти фармят. 35 тысяч мне долго фармить. Уже зашли мои подписчики, бегают, кричат, Робзи, тут что-то еще. Главное, не прыгайте мне перед... Вот так вот. Не прыгайте перед мной, пожалуйста, очень сильно. Кто меня смотрит, друзья? Вот, если вы зашли ко мне в игру, огромная просьба, не делайте так. Так, покупаем с вами еще одно пета за 12 тысяч. Ну что, посмотрим, насколько у меня удача повысилась. Прямо сильно повысилась удача. Или я, как обычно, неудачник. Ну почему? Еще и шест... Это называется геймпас за 400 робоксов? Вы серьезно? Серьезно, ну все, ну, это ужас, это пипец. Мы выбили с вами, во-первых, 16-го, могли выбить 19-го, во-первых, белого. То есть никакого буста мы сами не получили. Так, я надеюсь, что третье яйцо за 12 тысяч нам хоть даст какой-то шанс выбить. То есть мы с вами выбили первого, получается, пингвина. Сейчас выбили еще хуже птицу. А вот этих вот, ребят, мы не выбиваем. 20% мне не светит, да, я так понимаю. Ну-ка, давай, давайте. Ребят, вы там фармите или что? Trade receive from... здесь торговля есть, надо заблокировать. Так, ух ты. А, мне отправили почту. Блин, надо было принять почту. Там можно отсылать... Подожди, можно, получается, отправлять питомцев письмо. А, incoming trade. Так, есть 17 тысяч. Я думаю, что нужно покупаем еще одно яйцо за двенашку. Так, а потом уже купим сегодня за 35. Ну, давай, фиолетово. Фиолочку давай, синюю хотя бы. Ну... Ну, 16-й синий. Ну ладно, 16-й, но и синий. Первый синий питомец. Ну понимаете, какое мое везение. Просто офигевшее. Так,
Мышка, удачи тебе, счастья, ищите себе норку другую. Так, купили себе рарного пета, погнал. Этот уже побежал фармить. Кто это у нас такой? Это барашка или козел какой-то? Ладно, что он тут фармит? Нормально? А, кстати, у питомцев есть кирки. У каждого питомца есть кирка. Офигеть. Офигеть, я даже не замечал изначально. Пишет кто-то богат, что-то. А, он богат. Что-то пишет на петов. Не, я сам разовьюсь. Нет, спасибо. Спасибо, дружище. У него, смотри, 964 миллиона, понимаешь? Он сейчас даст мне пару питомцев, я пройду игру. Нет, так не будет. Так дело не пойдет, я должен сам развиваться. Так, 21 тысяча. Мне, получается, нужно еще... Подожди, это яйцо сколько стоит? 35 тысяч? Буквально немножко, смотрите, 26 тысяч уже пролетело. Давай, 27 сейчас сразу, 28, 29, 30, 32 и та-та-та-та-та-та. Да, причем у меня двойные коины, ребят, я фармлю очень быстро сейчас. Так, неплохо, кстати, для первой серии, мы прошли уже две локации. Возможно, сегодня третью пройдем. Сейчас только главное, чтобы нам выпал отличный питомец. Давай, 33, еще один. Еще один фармик, давай, еще одна хорошая камешка. Или камешек. Здесь у нас получается сколько? 6,9 миллионов стоит яйцо, вы что, обалдели что ли? Так, 35 тысяч. Давай, 35 тысяч, не подведи. Синего 25 уровня. Так, у меня кто-то прокачался до 12 уровня, окей. Его тебе как раз таки мы удалим. Ну давай 24, ну ты гадина. 22 взяли петуха какого-то или индюка. Ты у нас, удачи тебе, до свидания. Вот, 304 силы, вот это нормально. Где мой друг? Где вот этот чувак, который сейчас... Вот, 77 монет нафармил. Капец ты какой-то вообще жадный. 77 монет, они здесь, видите, слишком быстро фармятся. То есть они только подходят к вот этому камешку и сразу выфармливают его. Буквально 2 секунды, пам-пам-пам, и нафармили. Мне получается, чтобы хорошо фармить, нужно открывать по любасику локацию за 50 тысяч с золотыми... золотыми слитками, с золотыми какими-то этими штуковинцами. Так, что там хочешь? Что ты хочешь? Item you, типа, мне отправили... Чего? Питомца первого уровня, спасибо. Спасибо, дружище, такого мне точно не нужно. Я отказался чувака за 900 лямов. А, вот смотри, какой камень неплохой. О, смотри, на 2000. Получается, нужно их всех направлять на этот камешек, да? А могу их направить всех? Вот так вот. А ну, быстренько зафармили. А ну, быстро зафармили большой камень мне. Хлоп-хлоп-хлоп, сколько получил. Вот это интересная тема. Это уже другая тема. Большие камни фармить отличная возможность, вариант. А что это такое? Ага, здесь у нас есть коллекция. Может быть, каких питомцев мы с вами поймали. Или каких мы с вами никогда не поймаем. Это фиолетовый, потому что с моим везением даже под удачей за 400 робоксов. Сколько я потратил робоксов на эту игру? 1000, примерно 1000 робоксов мы с вами только что влили. Вот реально, косарик у нас ушел. Итак, уже есть 40 тысяч. Мы почти открыли новую локацию, где у нас наконец-то будет золото. И там будут большие, получается, камни. Питомцы их будут дольше долбить, дольше открывать, но мы будем получать намного больше. Так, буквально немножко осталось, все, 50 тысяч есть. Покупамба. И переходим сюда. Питомцы автоматически сейчас прибегут все. Ну-ка. Во, побежали. Видите, я до сих пор не могу копать. Сколько здесь в маленькой? 2000. Здесь в маленьком камешке столько же, сколько там в больших. Значит, здесь фарм пойдет просто на ура. Ну, я, друзья, думаю, что думаю. На сегодня остановимся на этой серии, на этой локации. Если хотите продолжение, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедов!